Ну, типа, нет, говорит, с тобой не буду. Так у него это фича, короче, не на общение, а на это. У тебя, кстати, сейчас пропадет, потому что мы уйдем. А ну здесь-то будет, да? Ну, до конца. До конца, да, это я знаю. А потом опять зайдем. Зайчик, зайди, пожалуйста, в Телеграм. Привет. Вот так вот свет красивый. И то, конечно. Всем привет. Ой. Здесь. Да как рада, что просто хотя бы на 5 минуточек. Привет, как с Игорем дела? Я так люблю этот вопрос. Мы не встречаемся, нет. Когда снимаешь ТГ, как мейк делаешь? Может, дали эфир? Ну, я, правда, ненадолго, потому что... Спасибо. Потому что я сейчас дойду до КПП, и там уже связи не будет, и мне придется отключить эфир. А потом я снова зайду. Во сколько Лобная? В 6? В 5? Лобная у нас во сколько? В 6? В 6. Да. 7. Как дела? Все хорошо. А как, блядь, так получилось, что ты с пазла на дом 2 переехала? А, это Гуденчик, блядь. Я сначала не поняла. Какой пазл? Пазла в помине уже нет. Сколько? Года 2, наверное. Все хорошо у меня, друзья. Сегодня реально как бы все довольно-таки неплохо. У нас сегодня, кстати, было Лобное. Сегодня пятница, естественно, отбор. Как видите, я на поляне. Я тоже выжила, кстати, если кому это интересно. Да. Кто хотел, чтобы я ушла? Не сегодня, не в этот раз. А насчет макияжа в телеграм-канале, это нужно сделать, конечно. Мне самой интересно. Просто у меня даже нет, если честно, обработки, типа, чтобы это ускорить. Я думаю, что нужно просто снять эфир и сохранить. Откуда идешь? Это с поляны. Как относишься к Элине? Нормально отношусь. Нормально. Почему-то, когда я обожаю, у меня сразу так настроение поднимается прям. Вау! Хочется сразу. Это с Чупчиком, это вообще не... Он меня не любит. А я ему уже машу. Подожди, сейчас быстро. Магаз и обратно! Ладно, я сейчас перезайду. Сейчас я...